Ты все еще мечтаешь попасть в роли? Ну так чего стоишь? Ставишь лайк, пишешь коммент и готово! Я уже жду. Всем здорова, дорогие подписчики, с вами Кристина Диман, а также Юрка, и сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Битва автогонщиков». Здорово, народ! Сегодня, ребята, мы прибыли в центр Вайнуда, да именно здесь мы будем прятать друг от друга по 8 интереснейших автомобилей. Вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, ну и, конечно же, поддерживайте ролик комментариями. А мы, в общем-то, начинаем прятать машинки. Первая моя машинка стоит вот здесь. Вторая далеко не надо ходить, прямо на входе. Третья расположилась рядом. Четвертая у меня находится вот здесь. Пятая тачка самая изичная. Шестая, в принципе, находится рядом. Седьмая машина, это Приора, стоит вот здесь. Ну а восьмая и последняя тачка у меня спрятана вот здесь. И да, ребята, все тачки я спрятал. Возвращаемся к Юрке. Начинаем! И, ребята, для начала мы выберем друг для друга байки, на которых мы будем искать эти тачки. Очень-то все просто, поэтому, Сири, назови число от 1 до 8. Выбираем тебя. Ответ 1. Нормально. Назови число от 1 до 7. Это 7. Вау! Да ладно! Да ладно! Да ладно! У меня тоже прессор, в принципе, тоже летающий. Офигенно, ребята. Ну, собственно говоря, сегодня будет просто невероятно крутой ролик. А вы, в общем-то, ставьте лайки, мы начинаем. Итак, ребята, мы готовы, в общем-то, погнали. Надо найти все тачки, которые ты для меня спрятал. А потому, может, ты расскажешь? Чё? Понимаешь? Я чувствую, это будут самые легкие поиски в мире. Но окей, я первый нашел. Ты нашел? О, ну, быстрый. Быстрый, быстрый, быстрый ты. Что такое? Так, блин, на самом деле, если тачки какие-то стоят сверху, то это все, это сразу мы быстро найдем. А вот то, что будет находиться где-то в других местах, это уже интересно будет. Это будет интересно, но я пока, в принципе, не понимаю, где твои, потому что я только взлетел, и я ничего... О, нашел первую тачку! Отлично говоря. Что, еще что-то нашел? Я уже второй, братан. Конечно. Поздравляю. Нет, на самом деле прикольно. Однако прикольно, такого не было. Пишите в комментариях, может, мы будем такое практиковать почаще, ребята. Вот, или нет, если не понравится. Так, ну, а я нашел GTR, говоря. Я 4 минуты все тачки найду, будет как бы, ну, такое. Ну, ты еще найди их. Как бы, да. Так, тут тоже нет ничего, там тоже вроде ничего нету. Ладно, первая моя готова. Ну, я бы хотел, конечно, все понаходить. Так, тут... Что? Стоит телепорт? Офигеть. Понимаю, что ты для меня приготовил. Да. Телепорт. Телепорт. Пузики там сидят. Да смотри. Поехали, да давай быстрее. Но я потом позже за него заеду, потому что я бы хотел для начала так, полетать. Еще нашел. Хорошо. Полетать. Ну тебе прям читерский опрессор достался. Вот это я могу только лишь это сказать. Так, ладно, это смотрим. Да. Нашел очередную тачку. Мягко говоря, ребята, отлично. Так, тихо. Еще одну нашел. Еще одну нашел, пока приземлялся, понимаю. Так у меня аж прыгучий он. Он у меня прыгучий, но при этом нормально. Это получается уже 3 тачки нашел, плюс еще телепорт. Непонятно, что в нем. Пишите в комментариях ваши догадки. А вдруг угадаете, а вдруг что-то будет интересно. Так, тут интересно. А, нет, окей. Так, да, а мне главное не потерять. Это, конечно, круто, но нет. А, ты нашел приору, да? Блин, я думал, ты не найдешь. А, это ты уже нашел. Офигеть, ты быстрый, блин. Просто быстрейший. Все с макушки пока. Так, телепорт вроде бы здесь был, поэтому если что, будем знать. Да что ж ты такая быстрая. Так, а прошло уже 2 минуты, мягко говоря. Я пока... Да ё-моё, да-да, почему телепорт... приору твою. Так, а где? Я видел где-то тачку вот здесь. Я где-то здесь видел тачку, вроде бы, если не ошибаюсь. Да спасибо. Да ё-моё. Ладно. А чё, поехали на тачке, я думаю, проедем. Так, она где-то была здесь, если я не ошибаюсь, по-моему, даже вот здесь. То есть, мягко говоря, если я прав, то вот здесь будет тачка. Да, я прав. А, да, это Lexus. Это, в общем-то, Lexus. Обычная стандартная машина. Ага. Так, а ты сколько нашел уже тачек? 3 минуты тем временем уже прошло. 3 вроде, что-то такое. А, я тоже, кстати, 3 не отстаю. Нормально. Плюс еще я знаю, что у меня телепорт есть. И там что-то... Но я пока не хочу уехать. Вдруг есть свой минус в этом, потому что... Какой? А, ты не можешь... Если тачки ездить, где-то, да? Внизу... Да, как бы и плюс прям... есть, как бы и есть минус, то приходится тебе, не знаю, ну я сейчас на тачке ехал вообще. Так, ёпамать, я с районами-то... Чё? Понимаю. Что у тебя с районами? Да я забыл, что район-то здесь есть. Кварталы, жилые, массивы, я ухожу... Ухожу по козырькам. Да. Красиво.
Та-да-дам, та-да-дам. Козырьки, 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 козырьки. Блин, пока 3 нашел. Хотелось бы все 8 найти. Хотелось бы... Ой, как сильно. Так, тут у нас нету ничего. Тут тоже нет ничего. А вообще, жестко прятал тачки-то? Я тут еще хочу посмотреть. Ну, есть интересно. Да, так, понятно. Нашел. Ну, понимаю, ты быстрый. Ты, однако, быстрый, 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 шустрый, малый. Так, ладно. Поехали. Взлетаем! Ю-ху! Я взлетаю, как ракета. У меня есть вся торпеда. Черно-белая планета. Что-то вижу я или нету? Что-то нету, 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 больше я ничего не вижу. Падаю, ай-яй-яй-яй, вот это обидно прямо так, это зона, да, окей, я понял, давай далее смотреть, смотреть. Так, у меня так, надо тут у нас... больше, да? Тут у нас, ну, что-то пока, есть, нет? Пока не знаю. Охренеть. Я, с одной стороны, думал, что противоречиво, типа, слишком изи, так, но, а банк, с другой ты стороны, есть и другие приколы. А банк, не ты что-то прятал? Я даже заезжать не буду, потому что, ну, это вообще не Unreal. Я просто вот так вот быстренько гляну. Ну, там есть, как бы... Хорошее место, я еще машину нашел тем временем. Хорошо, пятая моя. Повезло тебе. Так, нет, тут в банке ничего нету, к сожалению. Да, тут нет ничего, блин, понимаю. Ладно, поехали далее. Поехали далее, вероятнее всего я сейчас отправлюсь, собственно говоря, в этот. Какого? Ты понял? А. Ну ты понял, ну ты понял, ну ты понял. Так, вот тут я еще знаю, есть одно местечко офигенное. А, ну тут ничего нету. Ага. Я понял. Полицейская. Ладно, хрень. Поехали далее. А поехали так. Далее, кстати говоря. Кстати говоря. Кстати говоря, полетели, ю-ху! О, еще одну нашел, пока ехал, шикарно. Да ладно, фига, сколько у тебя их уже? Да, повезло, это а, уже седьмая будет. Да ё-мо, почему ты так падаешь? Ладно, кажись, я поеду сейчас в телепорт, пацаны. Потому что я более ничего не вижу. Так, вроде бы... Блин, так, это так раз, быстро, два, три, что четыре, я пять. На самом деле могу не, ошибиться, если в случае чего. У меня шестая сейчас будет, а не седьмая. А, уже шестая? Ошибся. Хера ты быстрый. Так, ладно. А где теперь телепорт-то найти-то, а? Блин, тут ничего нету. Да, обидно. Обидно, так вот тут еще проеду. Самое интересное, что эту тачку пожарный. Сразу не заметил. Вот что тупо. Серьезно? Ну на самом деле, да, очень быстро пролетаю, особенно я-то своими прыжками. Мне это сложнее намного, а тебе-то попроще. И к тому, ну, да. Же я вот из-за этого-то и пропускаю, упускаю. Пропускаю, упускаю, упускаю. Так, тут нет ничего, тут нет ничего. Блин, вот это обида-то. Начал же неплохо. Не начал. А, тут тоже нет ничего. Да ё-моё, ну что за фигня? Начало, начал. Начал, начал. А у тебя что, только 3 машины, серьезно? Едем на причал. Да, я... только 3 машины, прикол. Ладно, я, кажется, понял. Прикол. Надо ехать в телепорт. Че в телепорте, давай говори. Ну-ка. Ну-ка, 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 Surprise. Ну-ка, братан. Сюрприз, мазафака! Ладно. Надеюсь, что я, в общем-то, буду доволен. Так, тихо, тихо, я тихо. Вообще, так, надеюсь, ты телепорт до последнего не найдешь. Вау! Я на попал куда? Охренеть, тут ваху, я точно знаю эту субмарину, я тут уже был. Давай, 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 быстрее, 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 побежали, побежали, побежали. Время, время, бабки, время, бабки, время, время, время идет. Так, ничего нету. Куда ты тачку засунул, признавайся? Так, тут тоже ничего нету. Так, тут, быстрее, 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 быстрее. Да ладно, рассказывай мне, я ж тебя знаю. А, нашел, болиды, нихера себе. Так, а телепорта нету, я понял. Ладно, где там у нас? Я еще не в зоне летал, так что понимаю. Так, у нас вот здесь. Точнее, вот здесь, по идее. Ага, все. Так, все, я доставил первую тачку. Так, а подскажи мне еще, там есть что-то еще? Я просто одну часть просмотрел уже, а вторая. Там две части субмарины есть. Ну-ка, это расскажи типа мне. Мало, что? Ну, конечно. Так, тут туда я бежал, вот, вот эту сторону побежим. Ну, уже, чтобы наверняка я точно знал, что здесь ничего нету. А тогда буду только лишь жалеть. Ну вот, так, хочешь так, узнать, так, тогда, нас, как говорится, проверяй. Так, тут у нас, проверяй. Вот тут я знаю, было дело. Было дело, так нет. Не... А, во! Нашел! Нашел еще одну тачку, и это уже все. Я точно обсмотрел ее полностью. И, друзья, получается, у меня тоже 5 тачек, мягко говоря. Вот да, нормально. Так, ладно, осталось, получается, у нас 2,5 минуты. Пока что 5 тачек, и как бы да, надо бы поторопиться. Хотелось бы больше найти. У тебя 6. Обидно, но зато я нашел в субмарине 2 дорогих Бугатти. Это не может не радовать. Ну, так и да. Мягко говоря, так, тут что-то есть? А тут, ты тут ничего небольшие. Не прятал? И тут ничего не прятал? Обидно. Слушай, ты сдаешь позиции, ты прям меня вообще расстраиваешь. Ты прям меня расстроил. Хорошо. Так, ладно. Пожалуй, я это, ну типа, подожди, стоп-эмбо. Так, вот тут я точно не проезжал. Ага, я понял, так, а тут закрыто, так, а тут пусто, да? И вот тут вот еще. Пусто, понял. Ладно, ладно, значит тут ничего и нету. Остается меньше 2 минут. И я, друзья, начинаю немного паниковать. Блин, что видите, а? Вы видите что-нибудь? Ну, я пока тоже ничего не вижу. А, это не зона, поэтому... твою. Эх, да стань-то нормально. Я тоже за пределы зоны улетал. Стань-то нормально. Нормально.
Ё-моё. Да неужто ты здесь в подворотне ни одной машины не поставил? Ни за что в жизни, поверь. Да, обидно. А потому как я не могу ни найти, ни увидеть, ни заметить. Так, вот тут, неужели ты тут ничего не поставил? Да ладно, я, ну я не поверю в это. Да не вижу ничего. Я на самом деле не понимаю, остается полторы минутки. Даже, ну, чуть меньше даже уже. А-па-па-ра-пам-пам-пам. Нашел! Нашел тачку! Нихера ты под козырьком ее спрятал! Это жестко. Брат, это реально жестко. Семерка! А это хасанская семерка! Я ее даже с первого раза не заметил. Да ладно, друзья мои. Хасаним просто... По городу Вайнвуда. Так, ладно. Я надеюсь, что еще что-то подобное где-то я здесь мог упустить. Давай быстрее, 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 быстрее. Остается 40 секундочек, и я бы хотел что-нибудь еще вдруг такое вот заметить. А, он еще стреляет, нормально. Так, погнали, 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 погнали. Получается, где-то вот здесь я не был. А, потому надо посмотреть. Так, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот, да? Да, гараж! Точняк! Гараж! Да я уже много всего пролетел. Блин, ты не спрятал гаражи. Посмотрел, что-то я не вижу ты тачки. Ты не спрятал вот, гаражи. Да, поставить. Да я на самом деле хорошо спрятал тачки. Я очень даже хорошо спрятал тачки. То есть, мягко говоря, да блин, и тут нет ничего. Но время уже, да, подходит к концу. Мягко говоря, остается буквально 15 секундочек. Я предлагаю тебе уже прекращать с поисками. Так, тут ты тоже нашел, да, мою? Обидно, ладно. А, ну что, все, заканчиваем. Ты не нашел, не, получается, на самом две, деле, да? Это максимально странно, то, что летаю даже на прессоре, не нашел тачки. А, я, кажется, знаю даже, что ты не нашел, потому что я... Ну прыгай на меня. Ну, допустим, давай тогда. Первая тачка сначала, максимально посмотрим. Изи. Я же тут был! А, вот она! Я... Да, охренеть, это же огромная какая-то джип такой вот огромный. Ё-ма, он офигенный. Ну, я его не нашел, к сожалению. Обидно. Ладно, хотя я тут был. Ладно, где вторая? И самое странное, что летает и не нашел самую изевую тачку, как бы. Даже текстурки вон пропали. Серьезно? А у меня тут как бы, да, пропало. Да ладно, она же... Ну, она черная, просто потому, если бы она была красная, я бы точно ее заметил. Ладно, давай, короче, прыгай ко мне. Ты, я уверен, более чем не нашел эту, потому что сюда ты бы тупо не заехал. Хотя, если бы ты был на обычном байке, ты бы точно заметил ее. Смотри, вот она прямо на входе стоит. Вообще изичная, это на самом деле тачка. А, она под потолок. Я медленно летал, смотрел, но... Да. С дороги ее не видно, она на второй... А, ты тут нашел, я понял, ладно. И самое банальное, братан, самое банальное, это то, что... Вот эту тачку ты не нашел. Как бы она вообще рядом со спауном. Ты тут еще раз проезжал. Еще и тут телепорт, кстати, стоит вот-вот прямо рядом. И, кстати, одни из козырьков, которые я не видел. Хотя, кстати, серьезно? Видно очень хорошо. Даже, очень даже хорошо видно. Сюда, да, да, да. Слушай, ну на самом деле сегодня мы нашли просто поистине крутые автомобили. Мягко говоря, по 6 с тобою. Хотя у нас были два разных опрессора. Тебе было попроще, конечно, с поисками. Но я тоже справился неплохо. Ладно, ребята, а мы тогда отправляемся на наше первое испытание. Так, ребята, наше первое испытание — это прыжок веры. Здесь нас душ, Бугатти, Бугатти топовая, главное не вре... Зацо, что это было? А как? Она у меня задней осью как-то перекрутилась, чтобы ты понимал. А, ну тебя прям ударило конкретно. Блин, ну я... Ты чё? Я что-то сейчас немного подрастроился. А потому как... почему она так себя повела странно? Поехали второй раз. Ну да, она как бы... Да, я... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, ты дальше! Понимаю, ладно, 1-1 по раундам. Повезло тебе, мягко говоря, потому что меня ударило. Ну ничего страшного, поехали. Третий тогда раунд. Да опять ударил, в смысле? Это шанс. Ни одного классного прыжка на самом деле. У меня и тогда ударило, и первый раз ударило, и в третий раз ударило. А, тебя тоже ударило. Мне повезло, да, мне чуть-чуть. Понимаю, сегодня какие-то ожесточенные у нас ветряки, и потому мы, к сожалению, плохо выступили. Но ничего страшного, балл мой, мы идем далее. Итак, ребята, следующее испытание смертельной шашки, семерка против Каена. Ну что же, попробуем, раз, два, три, погнали! Да, Каен лучше, кстати, чем семерка, но семерка хасанская, по идее. Ема, ну, ема. Такой ленивый каенчик. Номера, хех. Так, ладно, догнать бы тебя. Увидишь как раз таки мои номера, брат. Ну, слушай, мы не отстаем, плюс-минус. Тихо-тихо, вау, на двух колесах. Каен носит вообще жестко. Слушай, он переднеприводный, походу. Семерка 235, да чё? Что в этом мире пошло не так, кто создал ее? Болты нет, кстати. Это ж моя. У меня когда-то была в реале... А кто знает, кстати, была у меня в реале семерка. Вот. Напишите в комментариях, какого цвета. Кто угадает, тому пятюню дам. А, тихо. Да ты всем должен уже. Кому я должен? Не по пятюне, а побольше. Кому я должен? Кому я должен, я всех прощаю. На самом деле. Я еду 200, не могу догнать тебя.
Я еду, хотя, ну, я на прямой 270 разгоняюсь, но, знаешь, он так медленно едет, что я даже не чувствую этой скорости. Давай, погнали. Ну, я как бы пытаюсь, если ты врежешься, у меня будут шансы. Ну, на самом деле, да, надо дать должное семерке, потому что она реально офигенная, ребята. Это первая, наверное, семерка, которая охеренно едет. Еще есть Волга, кстати, на проекте, надо будет их как-то сравнить. Вау! Все. Доехал. Не перевертыш, не бит, не крашен. На мойке, а, ну, да. А мы идем, ребята, на следующее испытание по баллам 1-1. Так, ребята, мы продолжаем наше следующее испытание. Это дерби. Две жизни. Не зазвени яйцами, брат. Рора, конечно, не такая топовая, да, как семерка. У меня вообще машин нету нормальных. Нормально. Как-то. Ну, быстро, кстати говоря, что-то прям вообще повезло. Мне погнали далее. Вторая жизнь. Я вообще себя вульгарно чувствую. Я переднеприводный, вообще ни о чем. А у тебя что, не было никакого внедорожника? Ну, кстати, на Каине бы ты меня тут бы порвал, но на Каине-то ты и заработал балл. Пошел в задницу. Нет, я живой. О, ты долго вообще кочегаришь. Серьезно? Все, сдохни. Ну это прям максимально такое. Быстро было, очень максимально быстро. Ладно, ребята, пока по баллам 2-1, а мы идем на последнее испытание. Итак, ребята, наше последнее испытание, съезд горячий лет. Ну что же, погнали, братан, пробуем. Нихера себе ты пошел. Так, ладно, Lexus новый, ребята. И, возможно, у Lexus есть какие-то шансы. Ага. Ух ты, нифига я. Что там у тебя, хорошо все? Ух ты, нифига я проехал-то. Совсем все хорошо, я смотрю. Ну, у меня рикошеты прям царские. Ну, понимаю. Ладно. Допустим. Давай. Аккуратно. Вау, давай камни проехать. Да, слава богу, но это прям вообще попадосина. Еще та. У меня, кстати, выбили. О, стекло выбили. Блин, на разборке придется новое найти. На Леху-то нашего. Ничего не осталось уже. Слушай, я пока еду, и причем не плохо так-то. Просто мне везет. Просто мне реально сегодня везет. Али завозит. Знаю. Ну, Мерс херня. Ауч. Ну, только чисто не за счет серии хороших рикошетов. Я до сюда доехал. Слушай, ну я пока еду. Леха прям красавчик. Ну, я нет. Вообще херня. Леха красавчик. Хорошо, что не Порш. Ну давай. Не тормози. Нет, не тормози. Ну поехали. Ну чуть-чуть осталось, ты чё? Ты чё, реально отдашь Марсу победу? Блин, на горку-то я уже не заеду. Ах ты фуфил! Та-та-та-та-та, засраза ты! Ну я бы ничего бы здесь не сделал, на горку бы я тоже не заехал. Ну вообще, вот скоростей не было никаких. Да. Кое-как доехал. Ну что ж, друзья, получается, на этом мы заканчиваем этот ролик. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на мой второй канал. Ссылки все в описании. Всем удачки и всем пока, друзья! Пока, ребят!